Владислав Лазарев показывает потенциально, кому бы можно было дать. Он снова на Альшина. И Альшин здесь без фола отрабатывает. Продавил Рыбина. Альшин прострел. Закрывает Азамат Гурфов свободную потенциально зону. Мещанинов. Лупи. Нет, не будет. Ну вот, пожалуйста, потеря. Приходит вот сюда, на левую, на ближнюю к нам с вами бровку. И именно отсюда свои атаки создает. Нужна здесь будет помощь Алексею Рыбину, судя по всему. Да, вот здесь в столкновении с Альшиным ему досталось буквально пару минут назад. Но в целом были остановки у нас по ходу первого тайма. Я думаю, что минутку, может быть, даже и две Антон Фролов добавит вместе со своими коллегами. Потому что совсем с нулем уйти, я думаю, не получится. Но вот да, этот вот эпизод, когда Альшин мяч отвоевал и потом уже убегал простреливать. Серьезно, здесь Рыбину досталось, судя по всему. Даже тревожно немножко становится, конечно. В такие моменты здоровье, еще раз здоровье. Пытаются сейчас медики окончательно привести в себя, привести в порядок Рыбина. Даже носилки здесь, ой-ой, судя по всему... Столкновение было таким гораздо более серьезным, нежели могло показаться изначально. Да, конечно, здоровье здесь Алексею Рыбину. Ну и сразу обращаем внимание на список запасных, кто там может выйти. Сейчас будем, конечно, смотреть. Там уже готовится, возможно, вариант. Давайте еще раз здесь смотреть столкновение. Да, вот тут-то поначалу показалось, что ничего серьезного, но вот с этого повтора, ух, да.